И снова здравствуйте. Сейчас посмотрим с вами вот такой наборчик. Набор насадок с держателем от производителя NeoTools. Как вы видите, здесь 73 составных части, включая сами насадки, держатели и так далее. Вот такая коробочка. Довольно-таки небольшая, но тяжеленькая. Вот здесь обозначение, чего сколько, какие именно насадки. И вот здесь в боковой части тоже есть. Вот, как вы видите, плоская, допустим, крестовая и так далее. Купили на Алу. Вот здесь покажу вам, где мы покупали. В характеристиках можно посмотреть тоже более подробно. Название, сколько чего. Какие у нас тут биты. 61 штука вот написано. Какие именно. Какие размеры. Вот вы видите, вес больше килограмма, материал. Гарантия и так далее. В коробочке внутри находится. Сейчас посмотрим, что. Вот такой кейс. Вот такой кейсик, когда сняли шкурку. Прозрачная верхняя часть, внизу оранжевая. Тут опять же есть обозначение того, что имеется внутри. Давайте откроем, глянем. Так, тут есть такая кнопочка. Ну вот. Сидит довольно плотненько все. В руке очень удобно лежит. Тут опять же есть кнопка, на нее нажимаешь, можно двигать эту часть сюда, сюда, фиксатор. Это ручка отверточная, легонькая. А дальше здесь удлинители. Вот этот, как я понимаю, гибкий. Да, вот он гнется. Гибкий у нас 13 сантиметров. И два жестких. Сейчас их достану. Вот все три удлинителя. Поменьше 10 сантиметров. И побольше пишут 11,5. Вроде чуть больше. Ну, где-то так. Сидят они тут очень хорошо в пазах. Надо приложить усилия, чтобы их вытянуть. Сейчас попробуем что-нибудь поставим. Ну, все отлично здесь держится. Здесь вот еще есть, покажу. Screw off написано. Так, это у нас движение. Здесь трещотка есть влево и вправо. Вот это в одну сторону. А если сюда поставить, то будет в другую сторону. Так, это не докрутило. Там был блок и в другую сторону. Вот, три положения. Раз, два, три. Магнит. Все здесь хорошо примагничивается. Ничего не выпадет. Все отлично держится. Этот верхний ряд для большой, толстенькой. Маленький ряд для худенькой и тоненькой. Вот так. Очень хороший наборчик для домашнего использования. Подойдет. Показываю еще биты. Ну,
так. Рекомендую. Всем спасибо.